Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня мы занимались цветником. Это мои помощницы сейчас на фотографии. Мелкая ничего не делает, а видите, как знает, лопату взяла и сфотографируется. Типа это она все вскопала. Мы начали около мельницы вскапывать. Газончик у нас здесь будет, альпийская горка. Будем выкладывать камнями ее. Вот такая тут земля у нас. Мы ее вскопали. Разбиваем комья, убираем сорняки вместе с корнями. Будем добавлять вермикулит, перегной, перлит, песок обязательно, чтобы земля стала такой рассыпчатой, воздуха и водопроницаемой. Вот видите, я все это добавила, и сейчас мы это все смешаем с землей, и у нас получится прекрасная почва, рассыпчатая, пышная, хорошая. Видите, и перлит, и вермикулит, и песок, и перегной. Во всех грядочках у нас такая почва, прямо замечательная. Ну вот мы все сделали, посадили. Видите, у нас тележечки, бочки, декоративные различные зверята. В первом ряду я посадила цинерарию приморскую. Такие белые бархатистые листья будут. Потом у меня посажены во втором ряду петунии. В третьем ряду у меня смесь газонных цветов. Я показывала, что я сеяла. И в четвертом ряду у меня пеларгонии. Выше вот пятый ряд получается снова цинерария. И в шестом ряду лилии, водосбор, не знаю, как он называется, и бархатцы я посадила. Там они еще маленькие. Это я снимала, прекратила снимать, потому что почувствовала, что у меня по ноге кто-то ползет, посмотрела, у меня клещ. Вокруг нашего участка все участки заброшены, то есть они куплены, но хозяева ими не пользуются, то есть не косят траву, не обрабатывают. А мы уже в этом сезоне трижды обработали от клещей. И я зашла буквально на 5 минут за чайничком вот под гжель поставить рядом с анютиными глазками, потому что тоже сорт называется гжель. И вот вы представляете, выхожу из-за бани, буквально на секунду туда зашла, и на мне два клеща было по ногам, ползло. И мельницу мы забыли включить. Ага, завязанная у нас стоит, не крутится. Ну вот так вот мы сделали, цветничок такой красивый получился. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал. До свидания.